если идти старыми методами, формами управления, значит, мы не достигнем того уровня, тех результатов, конечно, которые заложены в решениях 27-го съезда нашей партии. Разрешено все, что не запрещено законом. Этим принципом руководствовался генеральный директор львовской агрофирмы «Провиси» Иван Ануфриевич Пивень, создавая акционерное общество. Агрофирма не в состоянии полностью обеспечить зимой свежими овощами почти миллионный город. Чтобы поднять дело на должный уровень, нужны средства, и немалые. С этой целью и создано акционерное общество. Уже 22 промышленных предприятия Львова стали его пайщиками. Большое внимание агрофирма уделяет сотрудничеству со странами-членами СЭФ, с агропредприятиями Польши, Венгрии. С их помощью агрофирма намерена модернизировать производство, увеличить выпуск продукции, не уступающей по качеству и ассортименту мировым образцам. Любое предприятие страны и даже частные лица могут приобрести акции агрофирмы «Провиси». Акционерное общество гарантирует процент от вклада вдвое больше, чем сберегательный банк. Его по желанию можно получить не только деньгами, но и свежими овощами.